в ремонте эргономичный велосипед завода Stealth. Называется Stealth Smith 71.2.0. Это когда на заводе хотели сделать люстру, а сделали велосипед. Такие вот необычные у нас элементы усиления заднего треугольника. Такая необычная какая-то форма рамы. Тут я не знаю, какой 3D или 4D батинг сделан, да, то есть, ну, реально кусок люстры или какой-то кровати. Вот, регулируемый вынос всегда у всех велосипедов смотрит вверх, могли бы делать выносы просто прямые, без регулировки. Altus, такой навороченный дропаут мощный, чтобы точно девушка не продавила. Велосипед вообще в идеальном состоянии, чисто просто тормоза понастроили, вот вам все техническое обслуживание. Издалека смотрится как жирафа такая интересная. Необычный, необычный велосипед. Интересно, если бы он был бы какого-нибудь яркого света, как бы он смотрелся, а так... Делали, умели делать, умели изобретать, много пили, много употребляли разных веществ на заводе Stealth в начале нулевых годов. Вот такие штуки творили.